Приветствую всех подписчиков гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Друзья, сегодня хочу поделиться с вами проектом, который встал на предстарт. Ферма Нова. Это матричная бизнес-игра. Значит, старт назначен на 13 февраля 23 года, 8 утра по московскому времени. Здесь идет отсчет таймера. Значит, ферма Нова, маточная онлайн игра с выводом денег. Здесь это все можно прочесть. Последние регистрации идут. Это идут реферальные начисления. Маркетинг. Давайте посмотрим, что у нас тут по маркетингу. Доход без приглашений каждому участнику. Так что я хочу, чтобы вы меня, друзья, услышали. Это бизнес-игра от администратора Дмитрия Воронова. И здесь зарабатывают все. Понимаете? У него все проекты рабочие. Это такие, как Джубик. Вот у меня есть шикарный проект. Пинс. Мегапрофит. Они все работают, все платят и все получают доход. Я хочу, чтобы вы меня услышали. Это, наверное, нет на просторах интернета другого такого проекта, как вот создает вот этот админ. Здесь без приглашений зарабатывают люди. Просто зарегистрируйтесь, пополните, купите ферму и просто периодически заходите в кабинет и проверяйте свой баланс. Активация мест будет, друзья, по дате регистрации. Проект будет шикарный. Тем более он еще на предстарте. Давайте посмотрим маркетинг. Значит, мини-матрица. Система состоит из маленьких матриц. Вот такие маленькие матрички. И их очень легко заполнять. Конечно, будет легко. Значит, волонтеры, динамические боты, которые продвигают участников по матрицам, чтобы никто не остался без дохода. Это наша уникальная разработка. Больше ни у кого таких нет. Здесь можно кликнуть и подробнее изучить. Значит, доход от продажи рекламных мест. Можно будет со временем давать свою рекламу. Это я все вам сейчас покажу. Весь доход, получаемый проектом от продажи рекламных мест, автоматически идет на покупку. Секундочку. Весь доход, получаемый от проекта, проектом от продажи рекламных мест, автоматически идет на покупку новых волонтеров в разные матрицы. Вход в любую матрицу можно приобретать. Клонов в любые матрицы. Ручная и автоматическая расстановка клонов. Далее идет, здесь присутствует абонентская плата. Раз в неделю, обратите внимание, с баланса участника списывается абонентская плата в размере 50 рублей. Не нужно пополнять еженедельно по 50 рублей. Просто у вас на балансе накопится 50 рублей, и эти 50 рублей спишутся автоматически. На эти деньги участнику автоматически покупается клон в матрицу грядка 1. Это вот картофель. Если на балансе будет менее 50 рублей, то списание произойдет позже, когда появится необходимая сумма. Абонентскую плату можно просрочить. Понимаем, да? На любой срок. Никаких комиссий
никаких штрафов или чего-либо еще из-за этого не будет. Но если платить абонентскую плату вовремя, конечно, то и доход будет гораздо больше. Вот это, я считаю, вот шикарно. Значит, давайте далее. Грядка номер один, картофель. Вход всего в проект 50 рублей, друзья. 50 рублей – это небольшая сумма. Вот. Значит, что из них? Куратору первого уровня идет 3 рубля. Второму и третьему куратору по 2 рубля. Проекту из них 3 рубля. Один волонтер 20 рублей. И в матрицу 20 рублей. Значит, и что у нас здесь? С первого, ну вот это вы. Значит, доход с первого партнера идет 20 рублей на переход. Доход со второго партнера также 20 рублей на переход. И с третьего партнера также идет на переход. Мы переходим на вторую грядку. Вход 60 рублей в матрицу. Значит, доход с первого партнера 60 рублей. Так. На вывод 10 рублей. И один клон в картофель 50 рублей. Со второго партнера 60 рублей на переход в следующую грядку. И доход с третьего партнера также на переход. Следующая грядка 120 рублей в матрицу. Значит, с первого партнера на вывод 30 рублей. И один клон картофель 50 рублей. На переход 40 рублей. Доход со второго партнера на вывод 10 рублей. На переход 110 рублей. И доход с третьего партнера вот, на вывод 10 рублей. На переход 110 рублей. И далее все подробно расписано. Это можно все изучить. Все-все-все очень-очень подробно, друзья. Расписано все разжевано. Далее. Новости. Уважаемые пользователи, регистрация открыта. Добро пожаловать, без всякого сомнения, в лучший MLM проект за последние годы. Старт состоится 13 февраля 2023 года, 8:00 по московскому времени. Далее здесь контакты. Есть два администратора. Можно обратиться в контакт, Telegram, пожалуйста. Также чат ВКонтакте, чат Telegram и электронный адрес можно написать при необходимости. И часто задаваемые вопросы. Что здесь у нас? Обязательно ли указывать при регистрации свое имя? Нужно ли указывать фамилию и отчество? Значит, фамилию и отчество указывать не обязательно. Имя можете указать любое. Далее, обязательно ли указывать при регистрации свой настоящий электронный адрес? Да, обязательно. Иначе в случае необходимости вы не сможете восстановить пароль от аккаунта. И не сможете доказать администратору, что это именно ваш аккаунт. Так что адрес электронной почты нужно указывать. Могу ли я зарегистрировать для себя несколько аккаунтов? Да, можете. Можно ли указать один и тот же адрес электронной почты в разных аккаунтах? Да, можно. Все просто. Также здесь есть тема светлая, вот эта вот тема. Кликнем сюда на значок темная тема. Регистрация. Сюда прописываете имя,
email, логин, пароль, повтор пароля, ставим галочку, разгадываем капчу, кликаем «Зарегистрироваться». Вход по логину и паролю. Войти в аккаунт. Значит, здравствуйте, Елена. Ваша фирма неактивна. Другие зарабатывают, вы теряете время. Ну, еще как бы предстарт. Я только что зарегистрировалась, я еще ничего не пополняла. Все, друзья, буду делать в режиме онлайн. Также здесь у нас присутствуют группы и чаты. Чат Telegram можно присоединиться, чат ВКонтакте, чат пиара ВКонтакте и группа ВКонтакте. Ну и здесь кураторы. Значит, здесь у нас будет вся наша статистика, заработок. Топ-участников по заработку, естественно, еще по нулям. И топ-участников по заработку на рефералах. Давайте теперь пройдемся по вкладочкам. Значит, зарегистрировались, вошли в кабинет. Сразу идем в профиль. И указываем все свои данные. Имя, email. Я пропишу ВКонтакт, я пропишу Telegram. Обязательно прописать Pair кошелек. При установите кошелек. Это важно для безопасности вашего аккаунта. Кошелек изменить только через администратора. Все это предельно аккуратно нужно заполнять, особенно кошелек. Это я заполню позже, друзья. Ну и, естественно, я аватарку поставлю. И по порядочку. Новости. Я вам показывала, что старт состоится 13 февраля, 8 утра по Москве. Далее служба поддержки при необходимости. И часто задаваемые вот эти вопросы, что я вам зачитывала. Далее, финансы. Значит, здесь будет журнал финансовых операций. Значит, пополнить, вывести вкладочка и перевести. Значит, пополнить. Как я сказала, вход сюда 50 рублей. Это не так уж большая сумма. Я сразу пополнюсь на 50 рублей, естественно, так как расстановка мест будет идти по дате регистрации. Понимаете? Вот. И ни на кнопки никуда жать не надо. Пополнили, приобрели ферму и ждем спокойно старта. Кликаю «Пополнить». Перебрасывает меня на Pair. Убираю рубли. Подтверждаю. Подтверждаю. Опять подтверждаю. Сейчас меня перенаправят обратно. И у меня на балансе 50 рублей. Видим, да? Вот она, моя статистика. 50 рублей, пополнение баланса. Успешно. Далее, ферма. Значит, активация фермы. Активируйте ферму, чтобы начать зарабатывать. Так, здесь пойдет статистика идет. И я сразу кликаю активировать ферму, друзья. Активировать. Значит, в какую грядку? Как активировать клона? Ну, это все автоматически. И тут уже пошло купить клона. Значит, все теперь после старта.
как бы идет старт фермы, стоится, идет отсчет таймера. У меня все автоматически как бы запустится. Так. Далее. Вкладочка реферала. Находится партнерская ссылочка. Кликаем и копируем. Есть баннеры. Замечательный баннер. Пожалуйста, можно пользоваться. Любые размеры. И качественные. Сообщения. Нет ничего. Обучающее видео пока нет. Вебинаров также пока нет. Разместите рекламу. Здесь еще будет рекламная платформа. Это все планируется. Значит, закрыто до 5 марта 2023 года. И также идет таймер. Это, конечно, супер будет. Но профиль я вам показала. Друзья, проект шикарный. Я приглашаю всех. И хочу, чтобы вы меня услышали. Даже те, кто никогда не работает и не работал в матричных проектах, просто зарегистрируйтесь, пополните. Я вам все показала кратко. Купите вот эту ферму. И периодически просто заходите и проверяйте баланс. Даже кто не умеет приглашать, я вам говорю, это, наверное, единственные вот такие вот проекты, где все зарабатывают. Сюда не стыдно приглашать. Проекты работают годами. Сколько вот у этого админа проектов, еще ни один проект не ушел в камп. Они все работают, они все платят. Кто-то зарабатывает больше, да, те, кто активно приглашают. Кто-то меньше. Но, тем не менее, все в плюсе. Все зарабатывают. На этом буду заканчивать. Надеюсь, мое видео было вам полезно. Я вам все, друзья, показала, рассказала кратко. Профиль я сразу же заполню, чтобы в случае чего со мной могли связаться мои партнеры. Ну и добавляйтесь в чаты. Вот все ссылочки. На этом буду заканчивать. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч!